Всем привет! Предлагаю вашему вниманию отчет по совместному проекту «Мои любимые коты 3». Вышиваем домашних котиков, диких кошек и, конечно же, забавные картинки с котиками. У нас уже есть финиши, поэтому не забывайте добавлять фотографии в альбом с готовыми работами, так как потом состоится розыгрыш. И также к нам присоединились новые участницы, и с этих отчетов мы начнем. Приятного просмотра! Присоединяется к нам Татьяна Петрова с наборчиком от фирмы «Чудесная игла», называется «Купчиха». Размер работы будет 38 на 38 сантиметров. В набор входит канва «Цвайгард» 14 каунта, ниточки «Бестекс». Пишет Татьяна: «Очень давно купленный набор. Наконец-то, вступив в СП, я нашла повод отшить его. Котов я люблю. У меня два кота и кошка. Но я не буду возражать, если согласно вышивальной примете у меня появится еще один хвостик. Посмотрим, сработает ли». Но мы, конечно же, будем ждать результатов и вышивки, ну и посмотрим, как сработает примета. Повышивав немного, Татьяна нам выкладывает отчет, посмотрите, как много уже вышито. И также пишет, что канва в наборе не соответствует заявленной, по факту вложена синтетическая китайская канва, ниточки неплохие, не перетираются, пока все идет хорошо. Про кота новостей нам Татьяна пока не пишет, но будем ждать, что произойдет к следующему отчету. А это заявка от Анны Кокориной. Лунный кот, размер 60 на 40 сантиметров, 14 канва с нанесенным рисунком, 16 цветов Молине. Пишет Анна, что это очень давняя мечта, надеется в нашем СП этот набор вышить, а может и закончить. И повышивав немного, Анна нам пишет, что продвижения совсем небольшие, вышивать не очень легко, но кот мне нравится, и потихоньку я его вышью. Ничего, Анна, вышивайте, да, действительно работа большая, но пусть продвинется работа, будет у вас хороший такой старт, все равно как-то закончится. Вышивайте обязательно, работа замечательная. Присоединяется к нам также и Алла Белочка с набором фирмы Риолис, кошка с котятами, размер работы 30 на 24 сантиметра, вышивка шерстяными акриловыми ниточками. Пишет нам Алла: «Обожаю кошек, поэтому я с вами». И повышивав немного, нам Алла присылает отчет, пишет, что вот такие вот первые крестики, забавная мордаха первого котенка. Этот проект начала в последних числах октября, и пока что, что есть, то и показываю. Ну, мы ждем, конечно же, продвижения. Вы можете заходить к Алле на канал. Все мы знаем, что у Аллы Белочки есть свой канал. И нам будет интересно наблюдать за отшивом этой работы, потому что это новинка, насколько я понимаю. Очень-очень интересно. Но это еще не все заявки от Аллы. Вторая заявочка от Аллы – это пушистый сторож от МП Студии. Размер работы 19 на 14 сантиметров, вышивка крестом и бисером на деревянной основе. Посмотрите, какой интересный дизайн, какой серьезный КТ. Очень интересно посмотреть, как все это будет вышиваться и изготавливаться. Встречайте финиш от Натальи Ивановой. Это набор фирмы Риолис, по-моему, это новиночка. Вот такие замечательные котики, которые созерцают небосвод. Пишет нам Наталья, что работа легкая, только было сложно вышивать вечером из-за черной основы. Ну, а так ничего, все нормально получилось. Также хочет обратить внимание на остаток ниток. Пишет, что нитки номер 5 использовалась под 0. Остался маленький кусочек, примерно 7 сантиметров. Ниточки номер 6 не хватило, примерно 20 сантиметров. Ничего не распарывала, хвостики всегда оставляет минимальные, пишет нам Наталья. Вот так получилось экономно с этими нитками у производителя. Но хорошо, что работа завершилась, получилось очень красиво. Поздравляем с таким прекрасным финишем и очень быстрым.
Также Наталья вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions Max Рыболов, размер работы 35 на 30 сантиметров, AIDA 18 аккаунта. Есть хорошее продвижение, но Наталья не очень многословна по данным продвижениям. Видно, что работа идет непросто, но главное, что продвигается. Вместе мы справимся, и работа очень-очень замечательная. Обязательно вышивайте, не сдавайтесь. Также Наталья делает еще одну заявочку. Это схема из группы ВКонтакте. Вышиваться будет на AIDA 16 аккаунта. Размер работы 141 на 196 крестиков. Используется 10 цветов ниточек. Вот такая подготовка. Красивые ниточки спокойные. И магнитик в виде котика. Очень такой харизматичный. Ну и вся работа, конечно, очень харизматичная. Мне почему-то кажется, что это дизайн фирмы Алисена. Желаем удачи в отшиве. Работа прекрасная. Ждем первых продвижений. Встречайте финиш от Анны Коноваловой и ее 10-летнего сынишки. Вместе вышили вот такого замечательного котика. AIDA, по-моему, подкрашена, и получилось все очень красиво. Поздравляем с таким замечательным результатом. И еще один отчет от Анны Коноваловой. Это пантера на черной канве 18 аккаунта. Пишет Анна, что вышивается сложно, но потихонечку работа продвигается. Мы этому рады и желаем, конечно же, удачи. Анна Коновалова добавляет еще одну работу. Это дизайн львица из книги Наниашвили. Книга называется «Вышиваем животных». Вышивать будет Анна на AIDA 16 аккаунта. Мулине гамма и СХС. Вышивка гобеленовым швом в две ниточки. Очень интересный процесс. Будем ждать продвижения. И хочется увидеть, как будет продвигаться вышивка именно по схеме из книги. Еще одна новая заявочка и новая участница Ирина Остапенкова вступает к нам в совместный проект с наборчиком фирмы Dimensions 35236. Это мишка и котята. Первый раз участвую в СП. В сюжете привлекает все, и Мишутка, и котята. Замечательно, добро пожаловать. Желаем шустрой иголочки. Еще один финиш от Ирины Силаевой. Вышивала Ирина наборчик фирмы Риолис. Вот такие вот котики. Осенний сюжет. Осенью завершила. Поздравляем, прекрасный итог. Второй процесс Ирины. Это наборчик фирмы Новослобода. Вот такие замечательные котики, которые вышиваются на основе с напечатанным фоном. Этот фон не смывается, а сверху вышивается уже сам основной сюжет. Очень интересный, милый сюжет. Вышиваются здесь котики и мама кошка и папа кот, который играет колыбельную музыку и пытается убаюкать большое семейство. Еще один финиш от Евгении Игониной. Евгения вышила наборчик фирмы Алиса, Барсик и Лилу. Здесь у нас размер 108 на 73 крестика. И вот такая вот милая картинка получилась. Поздравляем, замечательный итог. Второй процесс у Евгении. Это наборчик от фирмы Искусницы, называется Аквариум. Здесь уже в набор входят ниточки и, конечно же, AIDA. Работа находится вот на таком этапе. Замечательные продвижения. И еще одна заявочка от Евгении. Это наборчик фирмы Dimensions Cat Lady. Размер 140 на 180 крестиков. Канва AIDA здесь 14 аккаунта. Пишет нам Евгения, что немного начала, пока разбираюсь в схеме. Дим не вышивала очень-очень давно.
И пишет нам Евгения спустя какое-то время, что не нравится основа, так как она очень жесткая. Пишет, что постирала, но тоже не очень помогло. Да, у старенького Dimensions есть такая проблема с основой. Не всем подходит очень жесткая основа. Может быть, еще раз стоит ее постирать, попробовать. Но дизайн прекрасный, очень-очень красивый котик. Продолжайте вышивать, нам очень интересно. Но еще как вариант можно, конечно, заменить основу, если есть такая возможность. А вот еще один финиш от Галины Агеевой. Галина вышивала очень старенький, но очень интересный наборчик фирмы Sunset. Это старенький Dimensions. Вышивается на гобеленовой сетке с нанесенным рисунком гобеленовым стежком. Мы видим, какие красивые ниточки в наборе, ну и мы видим, что уже получилось, какая красота. Ну и также мы понимаем, что Галина не сама справилась, ей, конечно же, помогали. Вот он и помощник, красавчик, сидит рядом с работой, контролирует, чтобы все вышилось правильно. Ну а за подробностями заходите к Галине на канал. У Галины канал на YouTube, где она снимает видео и подробно показывает, рассказывает о всех своих процессах. И мы перейдем к следующим финишам и успехам Галины. У Галины октябрь получился очень продуктивным. Пишет нам Галина. Бисерная заготовка от Марички, хранитель тыкв, оформилась в многослойный пинки. Изначально думала оформить просто в рамку, но подходящей рамы дома не оказалось, и идея такого оформления родилась сама собой. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать, восторгу нет предела. Также заготовки Хэллоуин от Маричка, кот Дракула и веселого Хэллоуина. По задумке дизайнеров, игрушки должны сшиваться и быть двусторонними, но мои будут украшать дверные ручки и ручки шкафа, поэтому обратная сторона будет не видна. Решила сделать привычный пин-кип, так как и игрушек вдвое больше получилось. С оформлением намучилась, пин-кипы уже делала не раз, но здесь оказалась не готова по материалам и выдумывала оформление на ходу, красила обороты и помпошки. О всем подробнее можно узнать в видео, ссылка в инфобоксе. И перейдем к отчетам. Юлия Дубинина присылает нам отчет по наборчику фирмы Риолис «Котенок на книжке». Пишет, что вышивается легко на одном дыхании. Это видно по прогрессу. Работа очень-очень подросла. Желаем, чтобы все дальше продвигалось в том же духе, и ждем следующего отчета. Встречайте отчет от Ангелины Орловой. Ангелина вышивает очень интересный дизайн. С этой работой произошла история большая у Ангелины. Покупала она его очень давно, 10-11 лет назад, и не смогла справиться с этой работой по каким-то причинам. И вот теперь возвращается и вышивает эту работу заново, как в память. Это дизайн фирмы Panna. Размер работы будет 24×22 сантиметра. Вышивается на AIDI 14 аккаунта. Используется здесь 15 цветов ниточек ПНК имени Кирова. Нет, ниточки гамма, и также есть одна ниточка от ПНК. Пишет нам Ангелина, что вышила пузика, немножко филейную часть, и перемещается к хвостику. Трудновато идет, так как немного скучновато его вышивать. Но ничего, со временем вышью, пишет нам Ангелина. Ну да, котик уже практически готов, осталось чуть-чуть, вот так понемножку-понемножку, и завершится эта работа. Действительно, когда работа имеет свою историю, ее нужно обязательно завершить, вместе на все получится. Ну а за подробностями заходите к Ангелине на канал. Ксения Плеханова вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions «Мэгги рукодельница», и пишет нам Ксения. Вот мои продвижения за октябрь, почти пол работы вышито, но без бэка. Почему-то пока вышивать его не хочется. Чувствую, потом я с ним намучаюсь. Вышиваю где-то парковка, где-то по цветам. Не скажу, что вышивать сложно, нормально. Далее продолжать буду шить саму Мэгги и машинку. А что из новенького? Так это боковая натяжка, никогда не делала, но здесь решила сделать. Пришила сложенную канву по бокам, вставила деревянные палочки и с помощью хомутиков затянула. Это супер способ. Справа приклеила ленту магнитную, на ней держатся иголочки и неиспользуемые магниты для схемы. А я прикупила новые магнитики с изображением оленя и совы. Они-то держат мою схему. Замечательное продвижение, пол работы за один месяц.
суперскорость. Желаю удачи с бэкстичем и также продолжать в таком же духе отшивать эту прекрасную работу. Наталья Зенькина вышивает наборчик фирмы Алиса Басик Шеф-Повар. Размер работы 10 на 14 сантиметров. Канву Наталья заменила на мурану цвет серебристая луна. Очень красивый оттенок. И пишет нам Наталья. Начала вышивать середины, фартук вышила быстро, а вот мелкие детали, как базилик, ложка, банты, лапки, потребовали большего времени. Частая смена нити очень замедляет работу, но вышивка такая милая, что хочется поскорее увидеть Басика во всей красе. Да, вот такие маленькие дизайны могут быть очень обманчивыми, кажется, что здесь вышивать, а вот когда много цветов, много деталей и действительно придется поработать. Ну что ж, пол работы готова, еще чуть-чуть и Басик порадует и вас, и нас. Татьяна Буркица вышивает интересный наборчик от фирмы Овен, называется «Рыжий». Размер работы 25 на 25 сантиметров. Используется здесь 22 цвета ниточек, это гамма, и вышивается на основе 14 аккаунта Bestex. Вот такие продвижения у Татьяны. Пишет нам, что продвигается работа очень хорошо, все идет замечательно, наслаждается Татьяна процессом. Ну а мы наслаждаемся вот такими красивыми фотографиями и ждем нового отчета. Ольга Кабачева вышивает у нас наборчик фирмы «Золотое руно», хранитель кофе. Размер работы 35 на 46,3 сантиметра. Используется 51 цвет. Вышивается на аиде 18 каунта в 2 ниточки. И мы видим с левой стороны то, что было заявлено, и с правой стороны продвижение. Пишет нам Ольга, что работа увлекла и затянула, забросила все остальные процессы, вышивала только готов. Просто невозможно оторваться. Всего вышито около 3/4 работы. Но скажу по секрету, я решила что-нибудь закончить, чтобы начать грандиозный проект от Химеры. Таким образом, мечтая о новой работе, подгоняю себя. И вот такой результат. Что ж, результат шикарный. Работа очень эффектная. Получается шикарно. Я очень-очень рада, что вы принимаете участие в нашем СП, и мы можем любоваться. А это отчет от Марины Лакизы. Марина вышивает набор «Летний полдень». Это фирма «Панна». Размер работы будет 24 на 32 сантиметра. Используется здесь 21 цвет ниточек гамма. И вот так вот продвинулась работа за этот месяц. Очень хороший прогресс. Поздравляем с прекрасным стартом. Встречайте грандиозный проект от Марины Филипповой. Пишет нам Марина. Схема химеры «Белая тигрица». Размер 250 на 420 крестиков. 25 цветов плюс 7 блендов. Вышивается на аиде 14 аккаунта ниточками СХС. Уже начинала вышивать на 16 аиде нитками ДМС, но решила, что эта красавица должна быть большой, чтобы чувствовалась вся мощь хищного зверя. Вышиваю на раме дубко. Мои первые впечатления на данный момент: вышито немного, но уже могу сказать, что схема проработана неплохо, значки четкие, не теряющиеся на фоне друг друга, вышивается легко. Понравились ниточки СХС, мягкие, шелковистые. Нарезала по метру, не махрятся. Даже те нитки, которые беру для бленда, не разрезая по полметра. Прекрасный старт. Желаем удачи, шустрой иголочки. И надеемся, что работа будет продвигаться очень-очень хорошо. Второй процесс Марины. Это наборчик фирмы Риолис. Отдыхающий леопард. Размер работы 60 на 60 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта под лен. 17 цветов ниточек используется и вышивается на кюснапах. Пишет нам Марина, что вышила за месяц немного, но дело сдвинулось. Пишет, что сама удивляется, почему так долго лежал неоконченный. Наверное, первые два вышитых в подарок не хотели брать его в свой прайд, а теперь сжалились. Напоминаю, что Марина вышила два таких прекрасных дизайна, подарила, и вот третьего вышивает себе. Поэтому, наверное, немножечко он залежался. Что ж, пожелаем удачи и надеемся, что скоро увидим готовый результат.
А это отчет от Насти Марковой. Настя вышивает набор фирмы Риолис, абиссинские кошки. Размер работы 40 на 40 сантиметров. Вышивается на аиде 10 каунта. Также в набор входит пришивной элемент колокольчик и вышивается ниточками шерстяными. Используется 22 цвета. У Насти этот процесс ушел в долгострой, так как здесь очень крупный каунт и очень сложно вышивать на пяльцах, и вышивать в три нитки тоже непросто. И вот надеется Настя, что в нашем СП сможет закончить эту работу. Ну, как мы видим, за месяц продвижения просто великолепные. По-моему, это старенький набор, и в старых наборах у фирмы Риолис была мягкая канва с крупными такими дырочками, на которой не очень удобно вышивать, поэтому у всех вызывает эта основа проблемы и сложности. Мы уже все привыкли к хорошим основам. Ну что ж, сам процесс очень красивый, смотрится все очень достойно, прекрасно. Я обожаю этот дизайн, надеюсь, что вы нас порадуете готовым результатом. Желаем вам удачи! Отчет Катерины Плотниковой. Катерина у нас красная иголочка и вышивает набор, вот такой дизайн, пуму. Размер работы будет 40 на 40 сантиметров. Используется здесь 25 цветов ниточек. Это полная зашивка. Вышивается на аиде 16 каунта. Бэкстича здесь нет. И вот у нас первый отчет. Посмотрите, как много вышилось за один месяц. Прекрасный результат. Желаем, чтобы дальше все так же хорошо продвигалось. Светлана Минаева вышивает наборчик от фирмы «Клубок желаний. Взгляд леопарда». Ну, мы знаем, что это дизайн фирмы Dimensions. Вышивается этот дизайн на аиде 14 каунта молочного цвета. Размер готовой работы будет 38 на 30 сантиметров. Полная зашивка. Используется 20 чистых цветов, 4 бленда, техника счетный крест, полукрест, обратный стежок и выкладная нить. Пишет нам Светлана, за октябрь месяц вышилось около 1/4 работы. Вышивается как легко, так и немного сложно. Схема для меня мелковатая, пришлось увеличить масштаб схемы. Встречаются как большие логические участки, так и одиночки полукрестом в 4 и 5 сложений нити. В целом процесс очень нравится. Замечательный итог. Илона, канал Хвостатики, представляет нам отчет по наборчику фирмы Лука С. Дружественный приют. Вышивается данный набор на гобеленовой сетке Конгресс Трамин. Здесь у нас входит в набор 40 цветов. Размер работы будет 22 на 18 сантиметров. И посмотрите, как хорошо продвинулась работа за месяц. Появилась уже мордашечка. Очень красиво все получается. Хорошая проработка. Ну, Лука С есть Лука С. Мы уже знакомы с этой фирмой. Ну и, конечно же, ждем продвижений. Очень интересно посмотреть на готовый результат. Второй дизайн Илоны – это схема от Химеры, вот такой прекрасный леопард. Вышивается на аиде 20 каунта голубого цвета, ниточками СХС, 75 цветов используется. Вышивается в крестиком в одну ниточку. Размер готовой работы около 25 на 35 сантиметров. Но я понимаю, размер работы уменьшился за счет того, что очень мелкий каунт, аида 20. Вот, и пишет нам Илона, что вышивать очень нравится. Думала Илона, что будет светить в одну ниточку, но по итогу получается все замечательно. Я тоже смотрю, получается очень все красиво и такой хороший прогресс за один месяц. Замечательно. За новостями также можете заходить на канал к Илоне, ссылка в инфобоксе. Наталья Власова вышивает наборчик фирмы «Чудесная игла». Вот такие два прекрасных котенка. Вышивается на аиде 14 каунта ниточками гамма. Размер готовой работы 24 на 26 сантиметров. Вот такие продвижения за октябрь месяц. Вышилась голова котенка и немного зелени. Получается примерно 1/4 работы. Отличный результат. Анна Выговская вышивает грандиозный проект от фирмы Хаэт «Разрази меня угром».
399 на 499 стежков, вышивается на 2 нитки 24 каунта, вышивается полукрестом в 2 ниточки ДМС. И посмотрите, как работа продвинулась за один месяц нашего СП. Продвинулась на 11607 полукрестиков. Вот такая вот скорость у Анны. Анна очень у нас организованная рукодельница, вышивальщица, ставит себе планы и старается их выполнять. Очень красиво получается. За подробностями также можете заходить на канал к Анне. Татьяна Торова делится своими продвижениями за месяц, и мы здесь видим, что работа не просто продвинулась, она очень хорошо продвинулась. Здесь практически половина вышивки уже готова. Как вы можете видеть, это у нас бисерный процесс. И прошу обратить ваше внимание на организацию процесса. Вот такой вот строительный скотч, как хорошо помогает организовывать бисеринки. Я, к примеру, не знала о такой хитрости. И нужно будет обязательно тоже попробовать, и глядя на бисерный процесс, как все красиво получается. И, конечно же, мы можем представить, как блестят все эти бисеринки, так и хочется тоже что-то бисером повышивать. Ну что ж, переходим к следующему отчету. Отчет от Аллы Красноярской. Алла вышивает набор фирмы Панна «Домовенок Поварешкин». Размер готовой работы 24 на 24 сантиметра. В крестиках 150 на 150. В набор входит Аида 14 каунта, ниточки гамма 28 цветов. Также есть часовой механизм. И мы видим первые крестики. Старт уже есть. Анжелика Журавлева вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions «Снежный леопард». Размер работы 38 на 30 сантиметров. Вышивается на ИГИ 14 каунта. И вот такой вот у нас старт. Юлия Зверева вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions «Слишком устал». Размер работы 27,9 на 27,9 см. Вышивается на ИГИ 14 каунта. Цвет айвори, используется 21 цвет ниточек. Пишет нам Юлия. Всем привет! Рада предоставить свой первый отчет. Вышито 33%. Работа двигается приятно и быстро. Желаю всем хороших продвижений и побольше времени на любимое занятие. Елена Канева продолжает нас удивлять своими раритетами. В данном случае это Dimensions Nine Leaves, американская сборка. Ниточки разобраны, в основе идет равномерка. Очень интересный и редкий дизайн. И мы видим первый отчет. Пишет нам Елена, что продвижения небольшие, но большая часть центрального котенка готова. Вот такой вот лапочка получился. Ждем всех остальных. Ольга Матросова вышивает реплику дизайна Dimension «Слишком устал». Размер работы 36 на 36 сантиметров, Аида 14 каунта, ниточки СХС, Аида с нанесенным фоном. Вот такой прогресс за месяц. Очень, мне кажется, хорошо продвинулась работа. Поздравляем с таким результатом. Желаем дальнейших успехов. Айгуля Сайфуддинова вышивает авторскую разработку вот такого замечательного, прекрасного осеннего котика. Размер этого дизайна будет 250 на 313 крестиков. Используется 44 цвета плюс 15 блендов. Работа такая большая и серьезная. И вот посмотрите за месяц, какой большой объем вышит. Очень хороший результат. Очень интересно посмотреть на итог этой работы. Виктория Румянцева вышивает милейших котят от фирмы Риолис. Вышиваются они шерстью. Размер работы будет 30 на 24 сантиметра. Красивые ниточки на планшетке. И посмотрите, как работа продвинулась за месяц. Замечательный результат. Пишет нам Виктория, что вышивать шерстью очень приятно. И хотела вышивать этот набор еще в прошлом году, но не успела. Но вот поэтому у нас организовался третий совместный проект, так как очень-очень многие коты просились довышиваться. Янина Преображенская
вышивает в нашем совместном проекте наборчик фирмы Joy Sunday. Здесь вот такие замечательные котики, которые вышиваются на AIDE 14 аккаунта с нанесенным рисунком, с нанесенной схемой, точнее, на основу. И используются здесь 44 цвета. Посмотрите, какие продвижения у Янины за месяц. Точнее, здесь вышито пол работы. Очень-очень хороший прогресс. Поздравляем с таким результатом. Пишет нам Янина, что вышивается замечательно и планирует завершить эту работу в январе. Что ж, будем ждать. Ирина Цветаева вышивает замечательный милый дизайн, который называется «Пушистое чудо». Размер работы будет 20 на 14 сантиметров, используется 18 цветов. Основа соответствует 14 каунту. Вышивается как крестиком в две ниточки, так также присутствует полукрест. Также Ирина добавила четверть креста и несколько блендов. Надеется закончить эту работу уже скоро. Всем участницам передает привет. Интересно наблюдать за процессами, за отшивом работ. Екатерина Косенко вышивает набор фирмы Joy Sunday D076, вышивается на канве с принтом, размер канвы 45 на 84 сантиметра, в работе используется 34 цвета мулине SHS, вышивается крестиком. Процесс начат 7 ноября 2019 года, и почти год к этой вышивке Екатерина не притрагивалась. Сейчас снова включает его в свою ротацию и надеется с помощью нашего СП хорошо продвинуть работу, а может даже и закончить. Да, работа действительно большая, но если поймать вдохновение, я думаю, что все может получиться. Людмила Хараян вышивает набор фирмы Dimensions. Номер 35286 вышивается на AIDE 14 аккаунта черного цвета, 29 цветов ниточек. Размер готовой работы будет 30 на 30 сантиметров. Называется «Пушистый котенок», по-моему, если я правильно перевожу, «Мягкий пушистый котенок». Вот такие вот первые продвижения у Людмилы. Пишет, что немножко сложно вышивать на черной основе и приходится в основном вышивать в дневное время, но работа продвигается. Это, конечно же, самое главное. И мой отчет. Я в данном СП вышиваю пока только одну работу. Это набор фирмы Dimensions из перевыпуска «Африканские львы». Начинала в прошлом году. Повышивала эту работу и потом отложила. И вот в этом году с нашим СП решила все-таки завершить данный процесс. Вернулась к работе. Было сложно возвращаться, потому что нужно было искать, где я остановилась на схеме. Не все было отмечено. Но потихонечку я нашла все-таки, как мне нужно вышивать. И есть продвижение. Я не очень довольна своими результатами. И, конечно же, в ноябре буду стараться продвинуть эту работу побольше. Хотя бы сделать половину, ну и уже вышить голову львицы. Хочется увидеть эту красавицу. Ну и будет у меня пол работы. На данный момент вот так выглядит мой процесс. И надеюсь уже в следующем отчетном периоде вас порадовать хорошими-хорошими продвижениями. Напоминаю, что по итогу наших двух совместных проектов состоится розыгрыш среди готовых работ. И первый приз нам предоставляет магазин «Клубок желаний». Это вот такой новогодний праздничный наборчик, самый лучший подарок. Елка, много игрушек, ну и, конечно же, самый-самый долгожданный подарок. Кому-то достанется вот такой набор. Желаю всем удачи! Второй подарок для нас подготовит Марина Шматкова. У Марины своя группа ВКонтакте. Марина изготавливает из натуральных камней не только оригинальные шармики, магнитики, иголочки. Все эти прекрасные аксессуары, которые нам создают настроение вышивки. И Марина для нас подготовит специальный подарок, который нам огласит ближе к концу совместного проекта. Вот такие наши отчеты. На этом у меня все. Желаю всем хороших продвижений. Жду вас в новом отчете. Шустрые иголочки и хорошее настроение. До новых встреч!